У нас самые яркие, самые активные представители молодежи направляются на различные форумные площадки, окружные, всероссийские, даже международные. У нас приняло участие 101 человек в таких площадках в онлайн и офлайн формате. Некоторые форумы были переведены в офлайн. И 3 человека у нас получили грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих проектов на общую сумму 2 миллиона 300 тысяч рублей.